Сатурация 98 плюс 95. Кладем муку. Первый раз я вакцинировался приблизительно около полугода назад. Никаких побочных эффектов на себе я не ощутил. Чувствую себя прекрасно, хорошо. Прибыл для повторной ревакцинации второго компонента. Вот это очень важно, в первую очередь, для семьи, для близких, для родственников, для воинского коллектива, для того, чтобы предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией.